Привет, меня зовут Аня, и мы находимся на канале Кофефан. Сегодня предлагаю приготовить кофе глассе, что в переводе означает замороженный и ледяной. Начнем с классического рецепта. В черный кофе добавляем сахар и охлаждаем до температуры от 10 до 30 градусов. Приливаем кофе в прозрачный бокал. Сверху укладываем шарик мороженого. По желанию посыпаем кокосовой стружкой, тертым шоколадом, корицей и поливаем топпингом. Второй вариант – это глассе со сливками. В кофе добавляем сахар, перемешиваем и оставляем охлаждаться. Взбиваем сливки с сахаром. Укладываем мороженое. Сверху укладываем сливки. Украшаем тертым шоколадом, корицей или апельсиновой цедрой. Всем приятного аппетита и до скорых встреч!